Силы безопасности Ирака в воскресенье сумели прорвать кольцо блокады, в котором 2 месяца находился небольшой город Амерли. Этот населенный пункт блокировали экстремисты группировки «Исламское государство». В наступлении участвовали подразделения иракской армии, шиитской милиции и курдские военизированные формирования «Пешмерга». Сообщается, что на окраинах города, населенного преимущественно этническими туркменами, еще продолжаются бои. Перед началом наступления иракской силы американские самолеты нанесли удары по позициям исламистов. В субботу из Амерли иракским ВВС удалось эвакуировать десятки женщин и детей. Мирному населению была сброшена гуманитарная помощь.